Привет, привет всем любителям математики. Вот добрался из далекой Индии. По торговым путям дошел до сюда, до Челябинска. До сюда, да? Итак, ребята, догадайтесь, по какой закономерности записаны эти слова, эти цифры, эти числа. И догадайтесь, вот напротив воскресенья какое число должно быть записано? А целой Индии люди в разных странах догадывались и разгадывали эту загадку. И здесь, на Южном Урале, тоже разгадали. Думайте, соображайте. Вот и я попробую сообразить. Так. Понедельник, вторник, среда, четверг. Дни недели. Воскресенье. Понедельник, первый день недели. Второй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воскресенье, седьмой день недели. Семерочку, наверное. Где-то семерочку ставим. Так, а впереди что здесь за такое? Вторник, 7, среда, 5. Это что-то 7, 7, 7. Количество букв подсказывает мне. Мой славный оператор, мой верный спутник. Как у Дон Кихота был Санчо Панса. Так, среда, 5. Количество букв в слове, что ли? Понедельник, 11. Первый день недели. Ну-ка. Воскресенье. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А последнее тогда что? Так, разгадываем. Народ, догадались? Нет? Пишите, если что. Так, последнее. Вот ты когда решаешь математические какие-то такие задачки, особенно с первого, второго класса, все время хочется в закономерностях сначала сложение проверить. 7 до 2, 9... 5 до 3, 8, 7 до 4, 1, а здесь 11 букв в слове понедельник. Первый день недели, 11 до 1, 12, 11 и 7, 18. Все, мы разгадали, а вы? Ну как вам? Пойдем дальше, друзья мои. Всем большой математический привет, пока. Видите, мел рассыпался. Уже путешествую который год. Пока, иду к вам.